Добрый вечер. Только что прозвучало напоминание на моем телефоне о том, что осталось уже меньше 10 дней до 19 ноября 19:37. Сейчас, когда я записываю это видео, 9 ноября и 19:37 по дубайскому времени или 22:37 по моему времени. Надеюсь, я правильно посчитал. Короче, остается уже меньше 10 дней. Учитывая мою любовь к счету, меньше 240 часов, меньше 14 400 минут и меньше 864 тысяч секунд. То есть остается уже значительно меньше миллиона секунд до нашей встречи. А вообще я сегодня хотел записать это видео, чтобы прочитать тебе послание, которое мне вчера пришло и которое мне пришло сегодня. Сейчас их прочитаю. Блин, они у меня были уже открыты и куда-то убежали. Итак, вы там, где вы сейчас... Вы там, где все сейчас начинается. Вы в точке творения новой реальности. В точке, о которой писали тысячелетиями и говорили великие учителя. Души достойны стать творцами нового мира. Осознайте, насколько вы бесконечны. Осознайте, каким даром вы обладаете. Возможности новой реальности превосходят ваши самые смелые мечты. Все, о чем вы мечтаете, не просто возможно, но уже совсем близко. Время расправлять плечи и гордиться собой. Время просыпаться и вспоминать себя. Время жить. Это было вчера. А сегодня? Вещи происходят так, как они происходят. На земном плане мы можем сопротивляться, злиться и пытаться удержать прошлое. На уровне душ все всегда происходит правильно, вовремя и для вас. Любая боль – лишь иллюзия. В духовном мире боли нет, есть только любовь. Как поет Элтон Джон, верую в любовь – это все, что есть. И вот сегодня основная цель записи моего этого небольшого видео – как раз передать тебе мое состояние спокойствия, уверенности, любви, что все будет хорошо. И сейчас я пошучу. Ну, примерно так же, как в песне «Плавится реальность», я обречен на славу, обречен на успех. Так вот, я хотел тебя предупредить кое о чем, пока не поздно. Но вдруг ты не захочешь, что тебе придется. Ты будешь вынуждена, ты будешь обязана, ты никуда не сможешь от этого деться. Итак, тебе придется всегда делать одну вещь. Блин, чуть не так я сказал, я хотел еще более витиевато, красиво сказать, но сказал, как сказал, что тебе придется делать, что ты обязана будешь делать, что ты просто не сможешь делать, что ты будешь вынуждена делать, так же, как я, на что ты будешь обречена, вот. Ты будешь вынуждена быть самой счастливой в мире. Вот это все, что от тебя требуется. Все, что от тебя требуется, быть самой счастливой в мире. Договорились? В этом я постараюсь тебе помочь. Просто... Если ты будешь самой счастливой, я буду самым счастливым. Ну, то есть это все автоматически будет происходить одновременно. Чем ты более счастливый, тем я более счастливый и так далее, и так далее, и так далее. А все остальные вопросы, которые тебя волнуют и беспокоят, они волнуют и беспокоят и меня. Но они будут решаться автоматически, чудесным, волшебным образом. Главное, что нам нужно, это нам с тобой нужно быть самыми счастливыми в мире. Тебе быть самым счастливым в мире, мне быть самым счастливым в мире. Все. Точка. Вот это все, что требуется. Вот сфокусируйся просто на этом, на любви, благодарности, уверенности, спокойствии, гармонии, радости, нежности. Хочешь, не хочешь, а тебе придется быть самой счастливой. Никуда не деться. Ну вот, вот такая судьба у тебя, быть самой счастливой в мире. Вечно. И, так, потом, что я хотел сказать. Ну, я скажу загадочно, понятное дело, чтобы никто не понял, себя и так никто ничего не понимает, но ты поймешь. То, что я почувствовал, то, что ты захотела, решение пришло через 5 минут буквально. Так же в потоке, как с песни «Феникс», но только на польском языке. На польском? На польском. И на немецком. И еще на вьетнамском. Представляешь? Ну, как бы немного не то, что ты хотела, что я почувствовал, что ты хотела, но в этом направлении. Я думаю, тебе, ну как... Короче, я на завтра и на послезавтра заказал урок польского языка и вьетнамского языка. Специально, чтобы прочитать определенный текст для тебя, раз уж я почувствовал, что ты так захотела. Но на самом деле,
Я нашел еще две красивых мелодии инструментала. Мне кажется, мы с тобой могли бы во время нашего общения попробовать посочинять какой-то текст, ну не прям написать песню, а просто какое-то время уделить. Если пойдет, допустим, 10 минут попробовать, пойдет, пойдет, не пойдет, ну ладно, не пойдет. Прям красивые мелодии, мне кажется, у нас с тобой получится что-нибудь насочинять в таком хорошем настроении. Вот. Ну и, соответственно, то, что тебя беспокоит, не беспокойся, все будет хорошо. Все правда будет хорошо. И, ну вот на своем примере, появляются же постоянно какие-то мысли в голове, и важно отлавливать, какие мысли отслеживать появляются. Хорошие они или плохие, они как бы способствуют движению туда, куда ты движешься, или мешают. Если появляется какой-то страх, допустим, то не нужно его пытаться заглушить или как-то, ну, и... Короче, я рассказываю про себя, что если у меня появляется какой-то страх или сомнение, я пытаюсь, ну, два основных способа, скажем так, представить, окей, ну, допустим, это произошло, вот то, о чем я беспокоился, произошло, что может произойти самое страшное. А второе, как бы, ну, это просто исключено, это просто быть не может, и все, как бы, точка на этом. И постарался забыть, и как бы все, и забываю, и переключаюсь сразу на позитивное. Ну, так вот, допустим, если я беру про себя, сейчас я уже практически не сомневаюсь, что мы с тобой встретимся. Именно так, как было запланировано свыше, можно сказать. Но я бы до такого не смог додуматься, что вот именно так это произойдет. Но если вдруг, ну, допустим, случится какой-то форс-мажор, отменят самолет, я опоздаю на самолет, ну, то есть я не могу опоздать на самолет, потому что я когда один раз опоздал на самолет, это я задержался на кастинге, а когда я опоздал в Новосибирске на поезд, это мне нужно было опоздать, чтобы послушать песню Талькова. Тут все логично. На этот самолет я в принципе не смогу опоздать. Но тем не менее, или там рейс задержится, или у тебя то же самое. Случится какой-то форс-мажор, ты не сможешь приехать. Ну, значит, это произойдет для чего-то. Значит, ну, то есть, мы же все уже с тобой поняли, кто ты, кто я. Но ведь это правда ты. Иногда, конечно, я не сомневаюсь. То есть я вот только у меня тень сомнения появляется, я сразу начинаю прокручивать все события, прям все, да даже не все, а просто последнее, что произошло, и какой-нибудь 2157 год, например, стоит вспомнить. Ты же понимаешь, о чем речь идет? Вот, и все сомнения сразу улетучиваются. Ну так вот, страхи уходят, ушли. Остается только любовь, спокойствие, уверенность. Знаешь, о чем я еще подумал, о чем я хотел сказать? Что мы будем делать в Дубае после Бурдж-Халифа? Мы же там какое-то, ну, относительно небольшое время пробудем, и там же как бы людно. Вдвоем там точно не получится побыть. То есть то, что на 124-м этаже там много народу, на 148-м там в два раза меньше, но все равно там как бы люди. И прям вдвоем там сильно не побудешь. Там какое-то время мы побудем, а потом... А потом... Вот, я предлагаю тебе на этот счет подумать. Ну... Что ты хочешь? Я просто доверяю себе то, что ты хочешь. Просто мне кажется... Ну, я бы хотел просто 30 часов до своего отлета, причем, ну, то есть 19-го, 20-го, а 21 утром мне нужно будет уезжать. Ну, либо теоретически, опять же, можно подумать, что купить билет на какое-то другое время обратно, но тогда мне нужно будет где-нибудь пожить. Интересно, где же мне нужно будет пожить, но это я слишком далеко забежал вперед. Возможно, ты тоже приезжаешь на пару дней, и как раз мы полтора дня и пробудем вместе. Так вот, мне кажется, нам, ну, я бы хотел просто побыть с тобой, и все. Ну, опять же, на берегу моря, естественно, под звездами, всю ночь говорить, молчать. Просто это же должен быть, видимо, какой-то закрытый пляж или что-то. Короче, подумай, пожалуйста. Можно тебя попросить подумать о том, где мы проведем с тобой полтора дня? Ну, я думаю, что после того, как мы с тобой встретимся, мы не ограничимся 5 минутами или получасом, а нам захочется пообщаться подольше. Вот, по-моему, я все сказал то, что я хотел сказать. Ага, про «Руки вверх». Вот «Руки вверх» я сейчас концерт выложил, это я его нашел. Ну, не нашел. То есть я его выкладывал на своем канале в 99-м. В 2019 году, кстати, когда... В 2019, ну там подписано, когда это было.
А через год я его удалил с канала, потому что там были совпадения по авторскому праву, но сейчас они есть. И один человек мне посоветовал, когда я Киберпанк выпускал песню, что типа тебе нужно удалить видео, которое нарушает авторские права. Я его послушал, удалил, хотя я сейчас понимаю, что делать это, ну как, сильно это не влияет, судя по всему. И на этом концерте, там, ну на этом видео было около 20 тысяч просмотров за год, что достаточно немало для моего канала. Вот, и я решил сегодня его по новой загрузить. Вот я сейчас чуть ускорился, потому что я чуть переживаю, что не слишком ли много времени я у тебя занимаю, что я, с одной стороны, чувствую, что тебе хочется поддерживать со мной связь каждый день, может быть, видеть меня, но чтобы мне не быть слишком много, чтобы меня не стало слишком много, чтобы ты могла делать свои дела, быть собой, и вот, что этот большой концерт «Руки вверх» 40-минутный, не обязательно его полностью смотреть, а вот эти вот прекрасные видео детские, которые я нашел, ну, блин, вот опять же, нарочно не придумаешь. У меня их, кстати, практически нет, потому что в основном я снимал, а меня мало кто снимал, так получилось. И я посмотрел, еще одно видео опубликую завтра, скорее всего, такое вот детское, тоже прикольное. И еще одно совсем короткое, наверное, послезавтра опубликую. Вот, а из концертов, которые я удалял с канала, есть еще концерт Касты, я, наверное, его завтра опубликую. Ну и опять же, концерты, вот «Руки вверх», Касты, не обязательно их полностью смотреть. А концерт «Руки вверх» еще чем примечательно, что ты можешь посмотреть там на меня с другим весом и с другой прической. Вот. Ну и, наверное, все получается. Я сказал, что хотел самое основное. Ну, разве что, кроме самого главного. Но это ты и так знаешь, но просто если вдруг на всякий случай ты забыл об этом или вдруг на одну секунду ты начала сомневаться, то я снова скажу тебе, что я тебя люблю. И уже остается меньше 864 тысяч секунд, как мы с тобой встретимся, и они пролетят просто моментально. Вот, завтра я как минимум опубликую еще одно детское видео, видео с концерта Касты. Может быть, запишу короткое видео, может, нет. Посмотрим, поживем и видим. Спокойной ночи. Пока-пока.